Я всегда привожу в пример наше сотрудничество. Пускай у нас там порядка 100 миллионов, 80 миллионов товарооборот, тем не менее мы начинали когда-то с нуля. И себе представить не могли, как-то можно торговать с Грузией в связи с проблемами у Грузии с Российской Федерацией, ну и другими вопросами. Однако вот буквально за несколько лет мы научились торговать, мы видим перспективы. Ну, отношение наших людей к грузинам, вы знаете, это близкие нам люди, люди, которые немало живут у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, ну, это в каждой деревеньке знают гостеприимство. Вы должны знать, что мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, мы их не делим на плохих и хороших. И думаю, что если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать на то, что мы настойчиво, терпеливо, хотя нам уже это не надо, мы этот период прошли, мы будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинских народов. Вы упомянули цифру насчет нашей торговли. Да, мы начинали с нуля, и в этом году уже будет в районе 100 миллионов долларов. И я уверен, что мы сможем удвоить эту цифру. Межправкомиссия очень эффективно работает. И, конечно же, я бы хотел особо подчеркнуть, что с 2015 года, когда состоялся ваш первый визит в Грузию, это дало огромный стимул развитию наших отношениям. И, конечно же, я хочу лично поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности, нашему суверенитету, и грузинский народ это никогда не забудет.